Сегодня замечательный день, потому что именно сегодня пришла идея, и сегодня у меня новорожденный, у нас Наталья Бормутова новорожденный. Идея нового проекта «Управляемое долголетие», который мы стартуем здесь, на Родосе, уже буквально осенью этого года. Наверное, мы первое поколение, то поколение, которое будет жить долго, счастливо и полноценно многие-многие годы, потому что именно перед нашим поколением уже стоит задача жить счастливо. Ну и вот этот вот дождь на Родосе, он нам в помощь, это как обновление, да? Наталья Бормутова, стартуем, запускаем, как ты думаешь? Я знаю, что у нас не просто получится, это будет еще один замечательный, обалденный проект Болс-клуба «Управляемое долголетие». Ну а вам всем в ленту немножечко этого весеннего майского дождика с Родоса. Йо-хо!